День рождения Деда Мороза – это наш ответ Санта-Клаусу. Санта имеет свою деревню, персонал и сеть филиалов по всей планете. Это коммерческий персонаж, который эксплуатирует новогодние настроения, чтобы толкнуть нам свои фуры с газировкой. В 99-м нашего Деда Мороза тоже коммерциализировали. У него появились день рождения и вотчина близ Великого Устюга, толпы туристов и приглашения на VIP-корпоративы. Но кто же он? Истинный Дед Мороз. Вероятно, верование в морозный дух сложилось еще во времена раннего палеолита, когда жестокая вьюга выла в пещерах людей. Зима была тяжким испытанием для всего живого, и, конечно, морозный дух просили сохранить жизнь. На Руси издревле почитали Карачуна, Трескуна, Морозка. И, надо сказать, этот обобщенный морозный дух не раз спасал нашу страну. Стужа из века в век била полчища неприятеля, посягнувшего на Россию.